248 тысяч ветеранов усіх категорий живут на территории Могилевщины. Их поважный взрост не перешкоджает занимать активную громадянскую позицию. На справоздачной конференции активисты Могилевской областной организации ветеранов рассказали про ту работу, что проводят разом с молодью, працовными коллективами и іншими громадскими объединениями. Марина Кравец – старшиня Быховской районной организации ветеранов. Ей 85. И надалей буду принимать активный удел в жизни региона, говорит женщина. Так на Быховщине зараз проживают больше за 8 тысяч ветеранов войны и працы. И сёлета на встречах с коллективами самые активные из них узгадывают историчную дату – 75 годов героичной обороны. Мы проводили уроки мужества, классные часы. Такой темы, например, «Не взломать, не согнуть мой народ, бо вся Беларусь партизанка». Это дало нам возможность подвести сознание детей, насколько велик подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Умацывание ветеранского руху, клопот про одиноких, дарыши таких в области больше за 17 тысяч. Патриотичное выхование молоди – задача у областной организации «Шмат». Але и то, что зроблено, дозволяя передавать в опыт усёй республике. Областной совет ветеранов издал книгу, чистую книгу «Память и слава Могилевщине». Эта книга прошла по всем регионам нашей области. Ее заполнили текстом и фотоснимками все до единой ветеранской организации области о своей жизни, деятельности. Только Могилевская область провела эстафету своего знамени, знамя Могилевской областной организации ветеранов, на котором расписались все участники Великой Отечественной войны области. Зараз в области действуют 995 первичных ветеранских организаций. На конференции большинство голосов новым старшиней областного совета ветеранов перевыбраны Анатоль Любченко. Катерина Городницкая, Александр Артемьев, «Новини регион».